сентябре в городе началась иммунизация населения против гриппа. Первыми вакцину получили медработники и сотрудники образовательных учреждений. Прививочная кампания пройдет во всех школах и детских садах. Для работников предприятия организуют выездные бригады. Всего планируется привить более 16 тысяч жителей города. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным средством в борьбе с заболеваемостью, ведь каждый год штаммы гриппа мутируют, говорят врачи. А прививка помогает организму человека перенести болезнь в более легкой форме и без осложнений. Важно сейчас именно получить вакцину, чтобы организм успел выработать антитела, иммунная система успела подготовиться к поступлению вируса в организм. Поэтому призываем прививаться именно вот в сентябрь месяц. Формирование стойкого иммунитета занимает около 14 дней. В первую очередь рекомендуют привиться людям из групп риска. Это медики, педагоги, дети от 6 месяцев, беременные женщины, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяют школьникам и воспитанникам детских садов. Все организованные дети будут привиты либо в школе, либо в детском саду. Сначала собирается согласие с родителем, затем только после осмотра врача-педиатра ребенок прививается от гриппа. Прививки муравленковцам делают бесплатно. Для этого в больницу поступило почти 7 тысяч доз вакцины. Савигрип для взрослых и Ультрикс Квадри для детей. Пройти иммунизацию можно в поликлинике, а для работников предприятия организованы выездные бригады. Выездные бригады организованы, уже начали свою работу. То есть все образовательные учреждения, если им необходимо, они приглашают выездные бригады. Уже эта работа проводится. Те организации, которые хотят, чтобы к ним на предприятие приехала выездная бригада, созваниваются, договариваемся о времени, договариваемся о количестве согласных на вакцинацию, и выездная бригада по времени приезжает. Кристина Докторова – тренер по адаптивной физической культуре в спортивной школе «Муравленко». Уже несколько лет она работает с детьми. Учит их плаванию, занимается в тренажерном зале. Вопросам сохранения и укрепления здоровья Кристина уделяет много внимания. Прививку от гриппа она сделала одной из первых. Я ставила в апреле от коронавирусной инфекции прививку. Сейчас решили тоже привиться, потому что сезон простуд, чтобы обезопасить себя, своих близких, воспитанников своих. Поэтому решила сделать еще прививку от гриппа. Вакцинация от гриппа в период пандемии очень важна, говорят врачи. Во-первых, одновременное заражение вирусом гриппа и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм заболевания. Во-вторых, по клинической картине эти вирусные инфекции зачастую трудно различить. А это может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза. Грипп опасен тем, что он может вызывать осложнения в виде пневмонии в первую очередь. Это наиболее опасное осложнение. При гриппе могут быть бронхиты, отиты. Учитывая, что мы сейчас вакцинируем от гриппа и от коронавирусной инфекции, интервал между вакцинацией должен составлять около месяца, не менее 4 недель. Медики убеждены, своевременная вакцинация от гриппа поможет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Сергей Лукович. Новости Муравленко.